Хей, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру Секира. Сегодня у нас будет много чего, что нужно сделать. Во-первых, нужно отдохнуть у костра. У нас сегодня много будет чем заняться. Давайте сначала отдохнем. Дальше, у нас с вами два очка умения есть. У нас с вами воспоминания есть. Давайте улучшим... Усиляем атаку. Все. Сила атаки увеличена. Дальше, что мы делаем? Ту-ту-ту-ту-ту. Изучаем навыки. Что у нас вообще есть? Для меня идеальным было это бы изучить флягу. Сюда я пока что идти не собираюсь. Поэтому изучаем, что здесь есть. Здесь выход. Вот здесь выхода у нас во фляге только. То, что мы будем больше хилиться. Здесь. Ну, это прыжок чисто это для добивания. Это мне не нужно. Скрытность нужно и вот эту херовинку. Короче, мне нужно вот это все вот прокачать, вот этот момент, чтобы открыть меч. Я не знаю, что он даст. Далее. Далее, далее. Мы с вами сейчас полазим по местам, где мы еще с вами не лазили. И как нас попросила вот это... Я видел? Да. Я видел в том виде тебе и госпожу Куро. Видение? Да. Где сейчас господин Куро? Его держат неподалеку от главной башни замка Асура. На... Так, в воротах замка заперты. Понятно. Короче, нам нужно с вами еще собрать эти немножечко крови, как я помню. Что такое? Поговорить. Резчик, не нужна мне твоя забота. Понимаешь, я не вполне обычный человек. Драку не поветри, меня не убьет. Так, показать протез Синоби. Так, улучшить инструмент, установить... Это то, что мы с вами установили, но мы с вами ж прокачали сюрикены. Я думаю, почему звездочка и звездочки у меня все такое не работает? Оказывается, они у меня не установлены. Сюрикены выбираем, и здесь у нас есть вот сюрикен волчок. Устанавливаем волчок, теперь берем топор и ставим топор другой. Все. Так, дрожжи у меня нету, поэтому мы их убираем. У нас с вами 5 этих еще щелкунчиков, поэтому... О, у нас большой этот есть. Так, хорошо, нам нужно собрать кровь и еще что-то пособирать. Кровь, семечки, тыквы и бусинки. Поэтому полетели. Короче, заходим в тотемчик. Или подождите. Да, в тотемчик. Полетели. Полетели. В начальную карту, где храм Асуна. Кстати, переместиться. Окраины вот это. Мне нужно окраины. И. А где у нас торговец был? Где у нас был торговец? Давайте дорога в замок. Я посмотрю здесь. Нужно как раз кровь пособирать. Здесь, короче, дорога в замок есть. Бабка вот та, помните? А, торговец наверху. А, сын самурая, я не знаю, считается он или нет. Сейчас попробуем. Так, ага. Так, давайте, наверное, вспоминать, где я вообще нахожусь. Где я вообще нахожусь сейчас? Так, это с петухом. Это, кажется, самая начальная, да, у нас карта? Так, давайте смотреть. Торговец.
Здесь у нас был военачальник. Торговец, вон он. А как тебе попасть? Вот как к нему попасть? У меня вопрос. Так, ладно, наверх. И вот так, там бабулька, хорошо. Так, чел, а как мне релик тебе запрыгнуть? Бля, я уже не вспомню. Так, ты начал с ней поговорить. Драконе по ветре. Иноски. Иноски. Да. Защити сейчас. Он у господина, слышишь? Хорошо. Мы рассчитываем на тебя. Взять образец крови из мокроты. Я возьму у тебя образец крови. Так, образец зараженной крови. Образцы крови больше... Так, больного драконьим поветрием. Содержит кровь, так, пораженную скверной. С его помощью Эмма может создать эликсир от... Надо отнести это к госпоже Эмме. Так, стой, сейчас отнесем. Эй, стой, 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 я не был готов на это. Подожди, сколько у меня денег? Три. Вау, петухи! Петухи это... Пиздец, опа! О! Ты ж ё-моё. Всё, пускай он теряет меня. Вот это жопа, если в меня сейчас попадет, это пиздец. Так, он тоже, вижу, больной. Ты тоже заразился? Да-да, я должен сделать подношение. Так, купить предмет... Продать предмет, купить предмет. Смотрите, кошельки. Петарда. О, петарда за 500. Можно купить петарды у него. Но мне нужно еще 500. Ну, не 500, а... Хотя можно нафармить. Давайте, наверное, нафармлю по-быстрому. Почему я, допустим, у него не могу взять этот... Кровь. Так. Далее. Уходим. Да хорошо. Так, сюда. Наверх. Так, что здесь у нас? Двое внизу, хорошо.
подслушать. Этот бой, как думаешь, мы сможем победить? Боюсь, мы проиграем. Что? Ничего подобного. Ой, господин истинный болен, но все равно силен, и господин генерал лучший из лучших. Еще, конечно, у нас есть демон Гёбу. А, Гёбу. Ну, конечно. Хорошо, пока он с нами. Никому не удастся связать штурмом этого ворота замка. Блин, как мне бы так... А чё, я не смог это сделать? Ладно. Мне деньги нужны. Так, здесь, я помню, был великан. Ага, он тут и есть. Он тут и остался. Но мне ничего не дали. Мне уровень повысили. Так, блин, а мне петарды все равно нужны. Что, давайте тогда к этому пойдем теперь. С этим поговорим. У тебя тоже драконий поверьем. Кто-нибудь. Я здесь. Моя матушка. Не дави, только хуже сделаешь. Забудь обо мне. Матушка, помоги моей матушке. Так, алло. Чтобы ей помочь, я взял у нее образец крови. А трое не дают мне. Образец. Трое дали, другие трое не дают. Так, ладно, давайте тогда на обход. Так, по идее, я сейчас убью этого, и мне должно уже быть достаточно денег. Хорошо. Мне все равно денег не хватает. Ладно, погнали. У меня же там, кажется, есть денежки, да, мешочки с деньгами. Так, па-па-пам. Папара-папам. Да, есть. По 500. Ух. Хорошо, купить предмет. Значит, покупаем петарды, окей. Это сколько мне осталось? 400. Купить предметы, давайте все в мелочь превратим. Чтобы что не потерять. Хорошо. И можно дрожжи купить одну штучку. Но он ведь он не хочет давать мне. Так, потом у нас есть еще кое-кто. Это продавец. Погнали теперь к продавцу. Продавец у нас, который вот он ништяки продавал. Да, это здесь. Вот ты. Ты тоже болен? Купить предметы. Так, призрачный кунай. 3000 стоит. Ого! Ого!
By the way, good sir. All right. I'm thinking. I mean, who? In other words, which is, what is it? Do you mind? You tell your side, but yeah. Ладно. Пропустили его. Значит. Подождите, а где у меня еще был этот? Давайте вспоминать. Проход. Телепортом здесь, да, был? Так, у нас еще здесь есть невидимая, непонятная вещь. Проход. Но она открывается с другой стороны, а тут я не знаю, как попасть. А как с той стороны зайти? А ну-ка. Ой. И фигня в том, что он не цепляется. Ладно. Делаем по-другому. Ой. Ладненько, упали. Так, у нас есть здесь еще вот здесь вот проход. Да. И там вот можно зацепиться за уступ. Хорошо. Там какой-то у нас проход, который я не смотрел, я здесь еще не был. Так, давайте сразу этот уберу. Так, леденец. Еще погнали. Кто знает, куда это меня приведет. Как-то тут мрачновато. Звуки лучше сделать погромче. Можно с ним не драться. Здесь у нас что-то есть. Что я этого места не помню. То, что мы сюда не ходили. А ну-ка. А, значит, просто нужно зажимать кнопки. Хорошо. Может, это есть вот это сокращение пути? Узнаем. Ух, я под яд встал. Тихо. Да, там есть проход куда-то. У нас два варианта, куда идти, но один там небезопасный. Так, противоядие. Божественная трава. Угу. И мы открыли проход. В чем фигня? У нас появляется два... Уже больше врагов, чем два. Это... Безголовый там какой-то был снизу. Потом у нас еще враг есть в этом. Как он меня сразу видел так? Так, отдохнуть. А хотя давайте перемещаться сразу. Полетели теперь окраина Осина, и мне нужно... Не, не Осиным. Замок Осином. Поместье Хитара. Где мы дрались с этим мужиком на коне? Так, давайте в зал переместимся. В зале там тоже есть одна движуха.
Сейчас мы будем все изучать, везде лазить. Но это пока что тут собираем то, что я потерял, то, что я не взял. А что мы нашли полезного? Ничего, правильно. Ну, мы новую локацию нашли с боссом. Так, с ней поговорить. Все лезет и лезет. Молодой господин, я встал. А, то есть она не больна, да? О, я что, тебя тогда не взял? Как это? Шар воскрешения. Так, тут же стены, да, ломаются. Что такое? Нет, не ломаются. Так, а где же стены ломаются? Подождите. Ой, нашел. Так, здесь у нас же никого, да, нету. Так, вот эта вот стена, здесь нужно прижиматься. Такие картиночки где? Так, шар. Кошелек. Шар и кошелек. Божественные конфетти. И ящик. Даже два божественных конфетти нам дали. Так, сережечки. Ну, ну-ка. Не работает здесь. Так, смотрим далее. А, вот еще есть. А, это та же стена. Давайте вспоминайте, где я дрался. Тем дурнем. Па-па-па, переместиться. Я просто даже не помню, какой локации с ним дрался. Блин, я, короче, не могу вспомнить этот. Где это было? Кажется, окраина Сина, ворота, да? Или нет? Что вообще не вспомню. Где мы сражались с мужиком на коне? С наездником этим. Кажется, здесь. Кажется, врат. Были врата. И все. И потом на экс-локация. Да, это оно. Все. Так что мы делаем? Мы бежим обратно. Мы туда вот не ходили. Так, все, рекешки у меня есть. Так, эта локация у нас еще не изучена. Ну, это место. Там кто-то сидит. Или я тут был стоять? Тут есть торговец. Здоров. Не желаете купить подношение? Еще один. Где покойный, там и наш брат-торговец. Поле боя для нас просто рай. Давай же, купи подношение. Так, окей, купить подношение. А что у тебя есть?
Ну, то же самое, что петарда. О, божественная капля крови есть. Редчайший предмет, отправленный одним из божественных наследников. С помощью этой капли можно немного повысить свои способности к воскрешению, либо, если у вас есть амулет исцеления, вернуть в жизнь силу тем, кто был ее лишен. Так, в этом случае куплю каплю, можно поднести идолу речка для больших... Так, все больные драконы поверим, исцеляться, и кашля больше не будет. Ага, так она и дешевая, посмотрите. Так, я могу продать что-то, подожди. Давай я продам. Шар богатства. Или вот эти фигнюльки. Косарь. Получается у меня косарь. 1500. 1900. Ага. Нет. Давайте глини на эти хери. Так. Так, мне нужно, короче, 65. Нет, 55. Так, хорошо, теперь купить. Окей. Все. Где покойный, там и наш брат-торговец. Хорошо, мы купили слезу, пускай на нас будет. Так. Ага, это хорошая, да, типа, локация. Еще одна крыса. Вы только глаза. Глаза голодного волка. А, вот он. Прежде чем я убью тебя, назови свое имя. Назови свое имя. Что, имени нет? Все вы сыновья одинаковы. Так и умирайте без имен. И оплакивать вас некому. И все же, твоя левая рука. Там прото Синоби, он не по... Так. Он мне напомнил... Кого он тебя напомнил? Стало быть, однорукий волк. Неплохо. А это значит секира. Так я тебе и назову. Кто ты? Я Тенгу из Ассасином. Идем со мной. Похитил со мной на крыс. Что? В осины пробрались крысы. Рыщу там, как у себя дома. Здесь полно разных крыс. Их надо убить. Всех до единой. Похоже, ты неплохо умеешь убивать. Позволь мне развить в тебе этот талант. Ну что, секира? Охотишься со мной на крыс? Давай. Хорошо. Отлично. Если ты со мной, секира, это тебе пригодится. Описание крысы. Так, описание крысы. Так, прокрывшаяся к земле осина. Поговорите с Тенку, когда с ним будет это кончено. Крысы. Убийцы из храма Сэмпо. Убийцы из храма Сэмпо. Низкорослые носят бамбуковые шляпы. Их несколько. Так, в последний раз их видели у врат замка осина. Что это? Крысиный лук. Лик. И место обитания крысы. Убей крысу. Если убьешь, я дам тебе кое-что, что пригодится в битве. Окей. Так, дрожи. Вот там еще кто-то есть. А ты у нас кто? О! Так ты жив. Это проклятие Гёбы наконец-то мертв, я полагаю. А ведь это ничего не поменяет. Будут новые войны, будут новые трупы и дикая укрепленная ненависть вновь будет править. Куда идешь? Это ненависть. Ты не спрашивал в себя?
Видимо, нет. Не спрашивал. Поэтому я желаю тебе и жалела. Желаю его жалела. Чё? Окей. Погнали наверх. Уже 30, а мы с вами изучаем карту. Так, плюс 100 голды. Текс. Еще раз. Сундучок. Нужно посмотреть еще, что с той стороны. Так, бусинки. Есть проход, но нельзя попасть. Здесь тоже ничего. Так, окей. Помчали. Давайте. Что? Я буду вспоминать, где еще эти вещички валяются у нас. Где мы еще не были, что мы еще не исследовали. Что это у нас вообще за проход? Ага. Так, хорошо. Отдохнуть. Следующее, ребят, мы с вами, скорее всего, отправимся. Это уже в другой серии. О, давайте это изучу. Лучше. Ой, не том. Изучить навык. Дает навык бой в прыжке. Этот умение сынок позволяет выполнять боевые приемы в прыжке. Так, удобно, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Дает пассивный нагло за синопи, повышает уровень концентрации при успешном выполнении контрактной микро. Мы взглянули синопию, не просто следует. Давайте это прокачаем. Или скрытность лучше. Нет, давайте это. Так, атака тени. Дает навык атака тени. Атакуйте зерким рывком с ударом с дальней дистанции, а затем это. Так, отталкивайте от пораженного противника, чтобы взмыть в небеса. Уподобляйте дохнущих филины. Так, взмывайте в небо, приносив жертву на прыжком расходным блохом. Расходуется эмблема духа, замечу. Мне кажется, фигня, да? Похоже на то. Ладно, тогда. Эликсир. Дает пассивный навык эликсира. Так. Усиливает эффекты лечебных предметов. Будем собирать пятерочку. Нужно, короче, апнуть нам наш эликсир. И вот это еще прокачаю, скрытность. И при убийстве, что мини-хил. Это тоже нужно будет прокачать, но это в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.